Ребят, сразу бы хотел извиниться за то, что нету роликов посмотри. Почему их нет? Потому что у меня пропал интернет уже дня 3, уже почти нету. Я вот записываю, выставляю ролики те, которые были записаны до этого. Если не появится после этой серии, завтра выйдет ролик по CCD на City Car Driving. Еще один, а потом я не знаю когда. Так что я надеюсь на понимание. Интернет какая-то дичь, как в прошлом году в мае, опять его тупо нет. Надеюсь на понимание. Желаю вам приятного просмотра. Ну чё, не ожидали? Я тоже. Здорово-здорово, дорогие друзья. С вами, как всегда... Чё, я так показал поздно, я не знаю. С вами, как всегда, короче, Эван. Я опять в квадратике. И вот что карантин делает с людьми. Знаете, сейчас мам популярный. Спустя 8 дней карантина, и вот я. Задний фон, вебка, руль. What? Я тоже не знаю. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Давайте возьмем уже... Давайте начнем, да. City Car Driving, руль старый. Сейчас я вам все расскажу. Так, дайте один наушник. Так, давайте вот этот черненький, который у меня. Конечно, у меня эти затычки. Я не люблю затычки. Не люблю вкладыши. Не могу материться, но... Заходим в свободное вождение. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, здесь мне все будет там офигенно видно, у нас будет такса на Lamborghini Huracan. Скорее всего. Левый руль, правый руль. Цвет можно мне? Красный. Вот. Территорию давайте выберем какой-то новый город. Выберем побольше район. Новый район. Старый. Не, давайте новый. У него больше парамиков. Вот. Запускаем. Сейчас, короче, будем таксовать. Что я расскажу? Не знаю, уже неделю не было роликов на канале. Решил что-то записать. И тут вспомнил. Ну, конечно, на руле я уже не знаю. Где-то около... Когда я его достал? Ну, короче, этот руль, это GameBird. Что-то там Pro Gamer, что-то такое. Знаете, слово добавили. Он мне подарил дед еще... В 2010 году вроде, или 2011. Ну, короче, это очень давно был. Он у меня полностью рабочий, все функционирует. Конечно же, здесь сколько? 247 градусов или что-то есть квинтальная коробка передач. Такое. Да, в принципе, поиграть можно. Чё, играю на нем. Ну, я играл в детстве, потом его закинул. А вот где-то месяца 2 назад, 3. Решил поиграть опять. Вот. И думаю, надо записать. Сразу по поводу роликов на смотре. Ролики будут, но руля на нем не будет. Потому что я пробовал зайти на смотру с рулем. Тебя кикает и пишет, ты играешь с рулем. С рулем, да. Чё я хотел сделать? А, да, кстати, без сцепления сегодня. Чисто секвентально. Ну, блин, это ж Lamborghini. Так, у меня все работает, да? Не, подождите, нихера не работает. One second, так, запускаем двигатель. А, подождите, у меня же здесь все, ай, уже непривычно. А че обороты долго, это никто не скажет. И запуск, холодный путь здесь тоже сделан, классно. Слышали? Во, все пропало. А сейчас заглушу и по идее будет еще. А не, не будет. А ну еще раз. Слушайте внимательно. Нормально. Короче, снимаем с ручника. Я вот не знаю, я могу в следующий раз руль пониже упустить, потому что мне кажется, он вообще кадры закрывает там жестко. Так, давайте на клавиатуре. Рубер. Новый район, деловой район. Все. Давайте, где там тормоз, автомат. Погнали, так. Блин, там, наверное, громко, капец. Все. Чё хотел. Так, аварийка. Это что у нас? Это свет у нас. Надо ближний врубить. И ремня сняли, все, стояночный. Все, кайф. Можно, короче, ехать. Зулаты, все. Отпустили мы. Газ. Ой, блин, какой газ, тормоз. Капец. Как необычно, а, снимать вообще. Как мне нравится.
Так, по идее никого нету. А я специально еще сделал. А подожди, зачем я переключаюсь? А. Ничего себе звучок. Я по привычке уже переключаюсь, как на механике. Ой, стопа, 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 куда собрался? Че, пацаны, двух педалей? Так, че мне? Давайте. Пофиг, нам прямо, да? Стоп, 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 стоп! Заебуло. А чё по линейности у руля? Никто не скажет. Приснилось, да, как там модно говорить. Приснилось, да. Показалось, да. Просто муха указывает, вам это приснилось? Ну, короче, да. Хо-хо, как-то отпёрдывает. Надеюсь, там вебка записывает. Да. Короче, чё, снимаем с... Зачем заглушил? Снимаем с ручника. Ох, как пердит, а, знатно. Так, зачем? Вак, привет, короче. Хотел сказать вам, что права я в жизни... Права я в жизни ещё не получил. И даже не сдавал. Ну, как не сдавал? Потому что сейчас карантин, вот эта вся дичь. А, кстати, давайте, подождите. Пока что рубер закажем. В следующий раз можно посылки на ламбе перевозить. Можем записать, кстати. Хотел сказать, что в жизни еще права не получил. Так, enter. О, 500 метров. Кстати, не очень так аж далеко. Так, поворот надо вырубить. Блин, кстати, очень какая-то линейная, жесткая. Ну, блин. Все-таки хотел я купить руль другой. Трансмастер какой-то, Феррари я там видел. Можно было бы купить. Вот. Так, давайте все. Поворачиваем. Да, это что-то 240 градусов как-то мало, если сейчас. Я уже неправильно сделал, потому что мне надо было в левую полосу. Пох. Так, вот сюда в правую мне надо. Проезд в неразрешенном направлении. Я на Ламборгини, мне можно. Так, все, давайте, проходите. Хотите, я вот так, смотрите. А, даже башку не повернули. Подумаешь, Солярис приехал, да? А это не Солярис, это Ламборгини Хуракан. Ладно, поворачиваем. Так, все, заваливаю. Ух ты, ё-моё, заварил. Короче, я так и не договорил. Блин, как она звучит вообще четко. А, так, стоп. Это нету. А, хотя зачем мне поворотить? На права я не сдавал, а в ту школу еще не пошел, потому что этот... коронавирус, все меня испортил, блин, должен был пойти, ну там, вы же знаете, типа 12 июля у меня день рождения, я уже был у меня крашен, так, июля у меня день рождения, вот, и должен был плюс-минус где-то в течение месяца получить права, но не судьба, в жизни, так, сейчас очень крутой поворот, а мой руль не любит до упора, чтобы я поворачивал влево, потому что там шестеренки, что-то какая-то дичь происходит, и он просто только вправо крутится, и мне надо потом его разбирать, а потом заново собирать, и короче, это капец. Скоростной режим, что тебе 20 км в час не нравится? Давайте подъедем к нему. Смотрите, на ламбе подъехал, этот Калина, как он ко мне приезжал на Убере, а потом, сейчас расскажу. Так, ну садишься, не? Во-во-во. Указанное место. Сколько ехать? 700 метров. Чё, пешком не мог пройти? Не. Не украю. Чё тебе не нравится так? Ага, понятно. Ничего не видно. Окей, мы можем проехать прямо. Зачем мне аварийка? Вот. Первый раз, кстати, в Uber в жизни заказал. Приехал пацан на... Калине красный, такой вообще что такой задрот, у него там 4000 комментариев или что, а короче очень много. Сейчас мы повалим, не переживайте. Вот. Резкое ускорение, да, подождите. Из-за резкое торможение. Не на брат, ну что ты хотел от Ламборгини? Я приехал в экономить на Ламборгини, а тебе еще что-то не нравится. Короче, да. А второй раз приехал такой вообще, я как его называю, давайте, встанем.
как о, сейчас пацаны тапку в пол дадим. Как его называю, Каха, короче, приехал на 190-м Мерседесе, черном, такой в кипарике, такой сидит. Куда тебя подвезти, садись. Я такой, ага. Да. Вот. И чтобы так чисто было интересно, и можно было что-то подучить, я решил... Давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как ее бросает! Так, я не буду, короче, в пол давить, потому что ее очень бросает. Все, можно, да? Ее, может, было бы и нормально в другом руле, но что-то на моем руле она разгоняется, а потом я буквально малейший поворот вправо или влево, и все. И эта жопа, она уезжает. Она хорошо, конечно, рулится, если на клавиатуре. А вот на руле, ну, такое. Вот сейчас я буду тормозить. Резкое торможение. Это бесит прям капец. Вот. Кстати, давайте посмотрим, что по салону вообще тут. Кстати, а какие виды есть? Ага. Дворник. А, уже мне ехать надо. Давайте еще посмотрим. Так. Что здесь? На панели как будто GoPro-шку. Huracan. Неплохо, да? А что, можно показывать? Нету там пламени, не? Я надеюсь, там не очень громко это звуки. Педали. Не, вот такой вот скриншот вообще кайф. В магазин, что ли, ехал? Шубы. Ага, шубы покупать. Ну такое. Ну давай, смотрите. Давай. Кто-то у нас, кстати, сидел. Мне аж интересно, подождите. О, усатенький. Такое. Так, вот тут сюда припаркуемся, короче. Вот, все, остановимся. Нормально? Вы успешно завели все заказ, получили 2 единицы рейтинга. Можно взять сюда все. Нормально. Все, теперь можно дать, да? Интересно, как это третьего либидо вообще? Ну, кстати, норм. Ё-моё. Настройка, кстати, пишет. Давайте вот где-то вот так вот скриншот сделаем. Настройка пишет. А ничего себе, он сбросил этот вызов. Да. Поворачиваем двор, заезжаем таки на пафосе. Ну и чё ты слева стоишь? Давай. Не. Садись. Нормально. Так, движение. Можно назад встать, да? Я лучше назад. Так информативно, а? Так, назад, вот. Все, можешь. Ух ты, ё-моё, не в ту сторону, не в ту сторону. И, кстати, моделька вообще топчик. Добавили бы такую на смотру. Добавили бы на смотру перформанты Lamborghini. Это было бы вообще кайф. Вот посмотрите, какой карбончик всякий. Вот. Так, можно пятерочку? Так, продвижение по маршруту. Карбончик, спойлер, этот выхлоп. О-хо-хо-хо-хо. Какой кайф просто. Я не понимаю, либо я что-то накрутил с линейностью, что... Сори, брат, не увидел. Либо что она так дергается, не смотрел, кстати, на этот. Ну, вообще, спереди какой кайф этот бампер передний. Не то, что, блин, добавили свои Rocket Bunny всякое говно, короче. Так, давайте направо заворачиваем. Что у нас сегодня по дворах одни ходят? Я уже хочу вот там по магистрали их повозить. Там 100-200 им показать, там 5 секунд или сколько она едет. Они тут по дворах. А, я то есть мог проехать полностью прямо, и он хотел по дворах, да? Прикольно. За 60 дали. Да пофиг, никто, пацаны, не едет. Не, ну это уже капец. Чтобы семерка жизнь не хотела. Резкое ускорение ему не понравилось. А чё так? Резкое торможение. Да нормально я тормозил, что ты придираешься? Инструктор, когда я сдавал на права, блин, так не придирался бы ты. Резкое торможение. Все, давай, газуй. Резкое торможение, резкое ускорение.
180. 200. Блин, 2,2 километра. Вы попали в ДТП. Берем вызов и газуем быры на вызов. А, это девушка. Кстати, а 993, мне уже показалось. Девушка, садитесь, прокачу. Остановка не у края проезжей части. Да мне не видно, я не чувствую габариты. То есть ты сидишь низко в Ламборгини. Она еще большая, и ты боишься, чтобы не доехал на эту козу. О! Отправляйтесь в неуказанный... Ну, привет. Так, ё-моё. Привет, я Славик. Славик. Да. Чё тебе как тачка? Дешёвая? А ты чё, очень разбираешься в тачках? Да, это BMW. BMW? Точно? Да-да, у них там осёл нарисованный. Да. Знаешь, что это такое? Ламборгини. Резкое торможение, слышь? Сейчас тебе в лес увезу сделать резкое торможение. Так, 619, а, окей. Короче, говно. Не, на лес на ламбе не поеду. Мы сейчас поедем ко мне. Я пересаживаюсь гелик, тебя в багажник и... Веселые истории в Ералаш. Так, все. Ну куда ты... Молодец, я уже передумал, думал, ты уже не то. Ну что, ты как-то вечером свободна, нет? Хотя, зачем ты мне нужна, ты тупая, так? Резкое торможение, ты чего гонишь? Там было 20 км в час, я даже в пол не нажал. Резкое торможение, хочешь, чтобы я тебя сейчас так укачала? Пацаны, мне кажется, надо ехать по плохой дороге. По ямкам. Ставь лайк, если понял, прикол. Ладно. Все, погнали, погнали. Ну вот медленно, вот даже спидометр работает. 20 до 40, там ты еще не почувствовала, просто мы их 0-100 за 5 секунд. Ну я не буду говорить 5 секунд, вот Хуракан едет 0-100. Ну писалось, вернее, в телефоне, ой, в телефоне, в каком телефоне? В характеристиках 2,8, но едет он где-то 2,8-3, скорее всего. Так, надеюсь, я здесь ничего не нарушаю. Но, честно, я по максимально стараюсь не нарушать правила. Движение в данном направлении следует занять первую полосу. Я в первой ездил. Продолжай. А, тебе уже понравилось, да? Ты уже почувствовал, что такое Ламборгини. Угу. Ну чё ты ругаешься? Да блин. Чё тебе ещё 300 метров? Куда ты, кстати, едешь? К бывшему? Зачем? А, к нынешнему? А, я перепутал. Чё она мне столько... Она чё, хуже инструктора? Мне даже инструктор только раз этот свой свисток не свистел. Стата великих людей свисток не свистел. НМЕ. Сейчас посмотрим, на чём он, твой хахаль, ездит. У меня вот Ламборгини добился всего в жизни. Таксую, вот видишь. Сейчас посмотрим, на чём. Небось, на Волке или на Газельке. Так, да давай на своей... Где это? Во! Так, давай, давай, давай. Давай еще тебя. А, куда это тебе надо было? Булочная? Чего? Куда тебе это надо было? Так, можно мне, да? Свободную камеру можно? Бель свет. А, мебель свет. Чё, пофиками торгует или булками? Ну такое. А, она не вышла? Ой, извините. Так, садись, садись. Вот, все. Все, с вас 200 рублей. Недоволен? Слышь, иди сюда. Иди сюда, двой. Вы видели, чем этот ролик закончился. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Давайте съездим. Так, вот. Блин, а можно мне нормально съесть? Вот, все. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите в комментариях, записывать ли City Car Driving или нет. Мне бы понравился, могли бы поразвозить там РПшки всякие.
Погоня, возможно. ARR 933. О, пацаны, как раз хорошее место найти номер. TMN 554, TAG 126, VNN. Так, а что здесь? VMT, KVV. И матом ДТП. А чё, кого? А, короче, лупатый въехал. НОР, блин, я уже подумал немножечко вор. Так, чё здесь справа стоит? НКТ. А слева МАК. Ну, хорошо, что у тебя... Конечно, плохо, что у тебя не Макларен. Короче, вот это давайте просто чисто 0-100 на Хурака. Вы знаете, мы сейчас Виндизе должно быть. Да, лайк, коммент, подписка. Пишите вообще, что хотите видеть, когда сидите кардрайвинге или какие еще игры можно поиграть с рулем. Я бы не против. Никого я не пародирую. О, кстати, парковочка. Не, поехали. АУЕ. А, окей. Короче, с вами был Игушка. Всем удачи и всем пока.